Удар. Первый Кучеренко. 2-0. Да, братья, борются. Руками пятка он скатил, но не понял. Его партнер по команде. Я бы тебе говорю, я бы меня уже гонял. Так, и... Пропускает Ангуш еще один мяч. Шестой номер, удар и в дальний угол. И сейчас у нас 3-1. Вот о чем я и говорил. Бил он. И все-таки набил он себя на гол. В своих руках. Свисток и удар летит выше ворот. У тебя не матч будет, 2 часа 10. Ты хочешь, чтоб я стол? Дальний удар игрока торпеда. И сейчас, да, у нас будет, скорее всего, замена мяча. Выносит игрок команды Ангуш. И здесь сразу же теряют они мяч. И здесь фол. В ногу сыграл игрок. Штрафной удар. И пытался Паненко перекинуть. 14 номер. С мячом. Передача. Находит продолжение справа. И какая прекрасная разыгровка между игроками Ангуш. И еще сравнивается 3-3. Так, и заброс на одного игрока, головой он себя подыгрывает. О, фол, и это будет пенальти. Не будет у нас пенальти. Смотри. Сходи, да не пищу. 19 номер, удар, и забивает он, наверное, уже победный гол. Все-таки вырывает в этом сложном матче Ангуш к себе победу. Но остается еще, правда, минута 20.